Итак, Костя, первый вопрос, да, вот ты живешь в США почти сколько? Почти 10 лет, да? Да. Почти 10. Как давно мы с тобой познакомились, ты помнишь? В 2014 году. То есть мы с тобой познакомились 10 лет назад. Да, ты еще в Америку не переехал. Угу. Да, ты мне сказала, ничего не соси. Помнишь? Ничего не соси? А. Но хотя ты имела в виду то, что ничего не совай. Помнишь? А, ничего не совай. Помнишь, ты мне тогда писала то, что когда я на визу там вот это походила с консулом, получается, ты мне давала указания о том, что мне чего делать. Ничего не сосать. Да, ничего не сосать. Вот. Я тебя послушал четко в этом плане. Вот. И ничего не совал. Ага, вот. Понятно. Окей, Костенька, так вот. Я забыла, что тебя хотел спросить. Нравятся ли тебе американцы? Вопрос интересный. Я думаю, и да, и нет. Больше да. Нет, скорее всего, потому что очень часто, опять-таки, отвечая на прошлый наверняка вопрос, они были очень громкими. И я такой, знаете, как creature of silence. То есть, как бы, знаешь, мне очень нужно, чтобы вокруг меня была тишина, спокойствие, уют какой-то. Они очень громко разговаривают. И я, конечно, очень сильно бешусь внутри, но я это не показываю, конечно же. Потому что если я покажу, это будет не очень хорошо. С моей стороны, да, они уже меня не будут любить. Ну вот. А так, конечно, да. То есть обыкновенно нация спокойно, нормально. Я ни с кем не вражду. Я вообще, в принципе, всех людей люблю. Это классно, да. Да.